Всем привет! Я сегодня думала, как снять мне видео, потому что у меня получилось три марки, и я хотела снять три разных видео, но подумала, что это будет, наверное, слишком. Не хочу вас утомлять своим уходом, тем более, что об этих марках я уже говорила раньше, и сейчас хотелось бы сказать, как мне это использование в процессе. Все они подходят уже к концу, ну, то есть в разное время, но вот я сейчас их все собрала. Что-то закончилось совсем, что-то еще не совсем, но хочу рассказать о них обо всех. Итак, речь пойдет сегодня о Cosmedics, о Belle, о Marie Galant и об Institutum. А начнем мы с моих цветов. Просто так совпало, что они очень подходят мне под мои губы. Это получилось совершенно неожиданно, но очень приятно. Хотелось бы мне, чтобы они как-то на заднем фоне стояли, потому что они очень подходят сюда. Но они, вот видите, бумаги, она такая красивая, мне впервые в жизни не захотелось убирать эту бумагу. Она очень адекватно смотрится с этими цветами, нежными батончиками не раскрывшихся роз. Начну я сначала с очищения молочком. Прекрасное молочко из линейки Миль 1000. Я уже говорила, что я использую его на шею, когда снимаю макияж, потому что здесь у меня нет ничего тонального, крайне редко наношу, только вот сюда могу, больше нигде. И мне подходит это молочко, потому что оно такое деликатное, деликатное очищение. Иногда снимаю макияж, если целый день была дома, то есть я не макияж, а уход снимаю таким образом молочком. Потом еще гелем сверху, и все прекрасно мне это подходит. Очищение очень нравится тем, что оно такое деликатное. Второе – это гамаш. Очень часто я использую гамаш номер 66. Он мне нравится тем, что он деликатный, что он работает всего 2-3 минутки. Здесь нет никаких грозных кислот, здесь нет частичек, крупиночек никаких. Это просто очень приятный, нежный гель. После этого очищения кожа свежая, буквально благоухает свежестью. Потом я использую, конечно же, лосьон Миль 1000 тоже. И этот лосьон мне очень понравился. Видите, использую я его очень активно. Он уже меньше, чем наполовину. Когда средство подходит к концу, и оно становится меньше, чем наполовину, я становлюсь пессимистом. Так разочарованно смотрю и думаю, средство уже наполовину пусто. Мне очень он нравится тем, что здесь тоже нет ничего агрессивного. Я вообще обожаю люкс тем, что здесь нет никакой агрессии. Но это профессиональная марка. Миль все-таки я отнесу больше к люксу, конечно. Потому что он еще и сияющий такой здесь. Внутри здесь частички золота. Очень нравится тем, что он увлажняет и прекрасно питает кожу. Я еще использовала маску для области вокруг глаз. Это Hydra Global. Я, конечно, считаю, что это для более молодой кожи. На 10-15 минут нужно наносить и снимать. Это средство мне понравилось, но я бы хотела немного больше питания. Так же, как и здесь. Я, знаете, вот так делаю. Снимаю маску, а потом все-таки наношу. Хотя это не обязательно, я наношу кремы еще. Это тоже Мария Галант. У меня 350 номер. Они продаются вместе в таком наборчике. Дневной и ночной крем. Здесь тоже нежная текстура, очень похожа на вот эту. Hydra Global, а это Luminiclet. Дает сияние, естественно. Перламутровая здесь текстура тоже. У дневного крема здесь нет. В общем, для меня вот эти продукты немного не дотянули до anti-age. Мне бы хотелось его больше здесь. Очень неплохие продукты. Я думаю, что если у вас нет особенных проблем под глазами, я уже их у себя замечаю. Если у вас их нет, эти средства прекрасно подойдут, и я думаю, они вас устроят. Следующий этап – это сыворотка и крем. Это потрясающие кремы, которые сначала мне показались чрезмерно питательными, особенно крем. У меня крем-концентрат. Но сейчас я стала пользоваться каждый день, вернее, уже использовала потом. Я стала пользоваться каждый день, и для меня это было достаточно. Нет чрезмерного питания, все прекрасно впитывается, и кожа сияет и очень гладкая. Мне безумно понравились эти два продукта, и я их рекомендую для тех, кто хочет антиэйдж, для тех, кто хочет сияние. Я думаю, вы нисколько не разочаруетесь в линейке Миль. Она великолепна. Я сразу вас предупрежу, что все будет внизу в описании, где у кого что купить. Вы сможете посмотреть все названия, я подпишу.
Так обещаю, иногда забываю, но подпишу в этот раз. Потом крем для шеи. Мне он очень понравился, тягучий, прям просто невероятно, очень хорошо питает кожу. Но вы знаете, что я заметила, что когда у тебя уже есть какие-то возрастные изменения, когда появилась какая-то сухость, дряблость, это уже не изменить кремом. Да, во время нанесения это будет гораздо лучше, чем если вы ничего не будете делать, и будет заметно, что кожа напитана, в принципе, таких при повороте не будет заметно страшных морщин каких-то. Но для того, чтобы этого не было, начинайте как можно скорее ухаживать за шеей. И вообще, я думаю, наверное, что-то мне придется все-таки поколоть. Что еще, я не знаю, очень этого боюсь, в принципе, не хочу. Но, наверное, придется. Если я это сделаю, я вам обязательно расскажу. Но крем все-таки очень хорош, чудес он не делает. Он еще и даже не закончился. Вдруг чудеса настанут в конце баночки, я вам обязательно расскажу. Пока говорю только про то, что во время нанесения мне очень нравится. По крайней мере, кожа выглядит гораздо лучше и холёная, что ли, она такая, даже на шее после этого крема. Номер 90. Теперь я хочу показать вам сыворотки. Сегодня я получила посылку от Марии Галант. Пакет Мария Галант и открытка. Вот. Меня даже спросили, не являюсь ли я амбассадором этой марки. Ну нет, я не являюсь амбассадором никакой марки. В свое время у меня спрашивали про La Prairie, тоже не являлась, конечно же. Никогда мне такого не предлагали, а хотя мне хотелось бы, наверное, почему нет, если бы мне такое предложили Мария Галант. Это очень крутая марка просто. Итак, у меня две новые сыворотки. Как что-то там появляется, у меня это должно быть тоже, потому что я много читала хороших отзывов. И так как я уже знакома с сыворотками, я заказала еще эти. Это номер 003 и номер 006. Вот такие сыворотки. Посмотрите, они цветные. Это белая, это синяя. А еще я вам показывала и которые я сейчас пользуюсь. Это номер 004. О ней я уже писала пост, она мне во второй раз. Что очень приятно. Видите, они все с пипеточками, очень удобно наносить. Еще эти не открывала даже, потому что пусть закончится вот это. Не хочу, чтобы они соприкасались с воздухом. Просто начнет уже действовать срок годности. Эта сыворотка синенькая у меня. Регенерация, защита и питание. Рекомендуется для восстановления уставшей, увядающей кожи с тенденцией к сухости. Вот как раз для шеи будет идеально мне номер 003. А 006 – это сыворотка «Красивый тон». Она выравнивает тон кожи, делает его сияющим, увлажняет, питает и разглаживает морщины, препятствует образованию пигментных пятен, регулируя синтез меланина. Как раз на лето прекрасная сыворотка, потому что против пигментации. Сейчас я открываю свою полочку и думаю, так беспокоиться, в ближайший год мне не о чем, потому что у меня много ухода. Было всегда много косметики, сейчас еще и много ухода. Так, ну про 004 я говорила, это сыворотка Eclat Radiance для сияния сыворотка кожи. Можно их чередовать, кстати, тоже очень прекрасно, можно вот так вот прям пользоваться через. Забыла про подарки, у меня тут пробничков много. 97 номер, потом 89, еще 97. О них я пока ничего не знаю, даже не изучила еще. Что знаю только, что это SPF 50, здесь два крема у меня есть. 89 увлажняющий крем. Тоже их попробую, расскажу. Но я даже не знаю, когда я попробую, потому что у меня столько много ухода. Все-таки все открою и попробую. К сывороткам у меня крем номер 5А. Его уже совсем чуть-чуть на дне, но вот я буду совмещать с этими еще пробничками. В общем, у меня здесь хватит всего, и можно вообще-то с другой маркой какой-то совместить. Но я такое не люблю, поэтому, может быть, даже скоро крем какой-то у меня еще будет от Марии Галант. Я его обожаю. Если вы... Вот меня часто спрашивают, чтобы заказать, я советую маску-двоечку, умываться с ней по утрам просто прекрасно. Я советую крем 5А. Это вот самый-самый, который прям мне уже зачарует. Естественно, миль, лосьон вот этот миль 1000, любой из сывороток. Все это прекрасно и вас не разочарует совершенно точно. Давайте теперь от Марии Галант перейдем к Cosmedics. Вы знаете, что я очень полюбила эту марку. У меня все продукты, которые были, их было не так много, но они мне все очень понравились. Это Benefit Balance Tonic Mist. Прекрасный. Я его, знаете, как использую, если вдруг... Нет, я использую его постоянно, но особенно мне нравится, если вдруг какие-то там воспаления, я прям чувствую, как у меня все проходит. Просто обалденный тоник, еще и с приятным ароматом. Мне он очень нравится. Он так пахнет немножко сладенько и в то же время травой, свежестью. Прекрасный. Очень рекомендую. Этот тоник у меня утром, и после него я использую сыворотку. Вот эту я о ней писала, уже в Инстаграме можно прочитать про нее. Она роскошная просто сыворотка, которая дает
и ровный тон. Вы знаете, вот все, что я сегодня показываю, я честно скажу вам, конкретно от чего, что у меня изменилось, я не могу сказать. Не знаю, у меня тон стал ровнее. Плюс, конечно же, я пью еще и парашют плюс. Это расширенная система антипаразитарная, которая не только антипаразитарная, но и противогрибковая. Здесь я чувствую какой-то нереальный эффект. Я надеюсь, что это видно, что кожа более гладкая, не уставшая. Я думаю, что это все вместе дало мне такой результат. Поэтому выбирайте, что вам нравится по текстурам. Все здесь работает, все, что я сегодня вам показываю, работает все. Вообще, мне кажется, у меня такой канал, где я показываю только рабочие продукты, и каких-то дурацких средств нерабочих у меня нет вообще. Итак, это сыворотка, которая понравилась сначала моей подруге, а потом она понравилась и мне. У нее маслянистая, прекрасная, приятная текстура, которая быстро впитывается, которая выравнивает потрясающий тон, делает его светлее, ровнее и здоровее. Тоже моя рекомендация. А вечером я использую тоник с ретинолом. Вот такой очень популярный тоник Glow, но у меня именно с ретинолом тоник, и мне он тоже очень нравится. После него кожа омолаживается, как будто вообще ретинол действует как омоложение, и если его наносить на шею, как раз это тоже очень нужно, доказано, что для сухой кожи он очень подходит и возвращает ей молодость. Естественно, на лицо тоже я наношу, и мне все в нем очень нравится. Сначала я боялась, потому что мне казалось, что он так чуть натягивает кожу, как будто бы сушит. На самом деле никакой сухости у него нет. Здесь очень маленький процент ретинола, и для моей кожи это наоборот только плюс. После него я использую вот этот крем 3D. Увлажнение в 3D. Увлажнение в кубе, можно так сказать. И на самом деле он очень хорошо увлажняет кожу. И просыпаешься ты с красивой кожей. Я всегда закрываю все тоники кремом. Утром тоже я его использую. В общем, и в течение дня, в общем, у меня такой вот круговорот получается, когда все время я нахожусь в креме. Я, честно говоря, не даю отдыхать своей коже. С 15 лет она у меня, наверное, только раза 3-4 была без крема. Я всегда в креме. И мне это нравится. И моей коже тоже. Следующий продукт, о котором я хочу сказать, я уже о нем говорила, и в принципе, это был полный отзыв, но сейчас я хочу сказать, что мнение мое нисколько не изменилось. Если я забуду, напомните, чтобы я оставила вам ссылку на предыдущее видео, где я говорила о нем. Это прекраснейшее умывание. Это нежное, щадящее умывание, как будто из глубины леса. Сама свежесть пришла к вам. Вот я часто бывала у бабушки, когда мы ходили в лес, а там у нее болото, торфяники, лес такой густой. И вы знаете, когда идешь в чащу, такой вглубь леса, и когда раскрываются вот так вот деревья, видишь вот эту свежесть, мне такое ощущение, что вот он либо оттуда пришло это умывание, либо снизу из вот этой травы, которая так хорошо пахнет свежестью. Потрясающий, нереальный продукт, роскошный по всем критериям. Я очень люблю, когда я могу так сказать, мне понравилось здесь все, начиная от упаковки, заканчивая его действием, и, конечно же, его текстура просто обалденная. И очень рекомендую купить, если вы ищете какой-то необычный уход, если для вас это так же, как и для меня, не просто какая-то процедура, лишь бы умыться, а вы хотите много эстетики, красоты, и чтобы день был не таким, как всегда, обязательно купите вот это средство. Оно вас тоже не разочарует. И еще три средства, о которых я уже тоже готова рассказать. Это тоже Белла Аура. Я даже не сказала, что это тоже Белла Аура. Крем ночной, крем дневной и сыворотка. Я вот так ими пользуюсь. Каждый раз достаю из упаковок и обратно кладу. Я сейчас уже достану, потому что как-то это странно. Но меня это не напрягает, мне это интересно. Это такой у меня процесс ежедневный. И эти упаковки мне нравятся просто очень. Но нравятся не только упаковки, но еще и сам уход. Вы представляете, если это все в полном размере, у меня не полный размер, здесь по 15 мл, а полные размеры, они вот такие. Это очень красиво иметь на своем столике вот такой уход, такой красоты. Бустер называется. Должна сказать, что у него какая-то вообще совершенно новая для меня текстура. Она как будто сначала очень, как ее назвать, муссовая, пузатенькая такая, потом схлопывается как будто, и вот просто при первом же прикосновении она становится очень нежной, тонкой. Интересно. Впитывается моментально. И вот тут у меня несостыковка. Написано, что этот уход нужно минуту втирать
массажными движениями. У меня никак не получается минуты, потому что за несколько секунд она впитывается. Я пыталась второй слой наносить, но тоже так же впитывается. То ли у меня кожа, хотя у меня напитанные все остальные кремы так не ведут себя, но здесь я не могу этого сделать. Так что минута у меня массажа никак не получается. Все остальное мне очень нравится. Я разговаривала недавно со своей подписчицей, она сказала, что она постарше меня, она сказала, что ей немножко не хватило здесь питанием, и что нужно наносить с сывороткой, про крем она говорила. Я с ней согласна, но у меня есть еще и сыворотка, поэтому у меня эта компенсация происходит. Я понимаю, что она говорит просто, потому что кожа становится, как она выразилась, я абсолютно согласна, повторюсь, она становится бархатной. После этого ухода именно бархат на лице, нет вот этого сияния, которое дает, например, и Институтум, которое дает Мария Галант. Здесь именно полуматовый финиш, как будто, вот, наверное, так можно его обозначить. Ночной и дневной крем, они тоже очень похожи, именно вот так. Их тоже невозможно массировать, они тоже очень быстро впитываются и оставляют вот эту бархатность. Как кожа персик, вот такая становится. Но я бы не рекомендовала, я сегодня, например, нанесла вот этот тональный Tom Ford, а он матовый. И на вот этот уход матовый тон не нужно. Он слишком матирует кожу в итоге. Мне это не понравилось. Но любые другие тональные, все остальные, вы знаете, у меня они такие с сиянием и довольно увлажняющие, питающие. Они хорошо смотрятся на этом уходе. И мне нравится вот этот лоск, такой настоящий, богатый, роскошный женщины лоск, который есть на коже. Ну, я надеюсь, это видно. Вот сейчас, сегодня у меня именно этот уход. Еще мне нравится здесь аромат. Вообще мне нравится все. Вот концепт этой марки мне абсолютно близок. Я уже говорила, и я очень рекомендую этот уход. Когда у меня будут пустые баночки, я о нем еще раз расскажу. Сейчас у меня просто восторг, и мне нравится новая текстура. Нравится, что у меня весь уход такой, который прям сияет и сияет. А здесь немножко этого нет, и мне это тоже нравится, потому что это какая-то смена. Не обязательно всегда быть вот в этом и ярком сиянии. Поэтому, если у вас жирная кожа, мне кажется, он даже тоже подойдет. Для нормальной кожи тоже идеально. Для сухой кожи тут у меня будет вопрос. Не знаю, у меня кожа не сухая, не могу сказать. Ну, можно попробовать вот именно такие небольшие пробнички и посмотреть. Но это я вам просто искренне советую. Обязательно приобретайте. Это наилюбимейшие продукты Мару. У меня остался еще один пакет. В принципе, здесь то, о чем я буду только рассказывать, давайте я вам все-таки покажу. Итак, это из Clinical. Показывала уже эту марку, и сейчас покажу, что я себе заказала. Итак, это сыворотка для тела, Body Serum. Вот это средство. Я сейчас могу вам сказать про него, что оно, наверное, понравится абсолютно всем, кто на моей стороне, на стороне сияния, потому что это называется Brightening Complex. Этот продукт невероятное свечение дает коже. Посмотрите на свотч, я уже его сняла и хотела очень вам показать. Еще у меня есть уникальная просто возможность, я так ее назову, и мне дала Румина попробовать вот эти вот средства. Это профессиональная линейка, естественно, в таких объемах они не продаются. Это сыворотка-корректор против морщин, 650 называется, Lift Expert для кожи вокруг глаз. Это 1000 миль крем для кожи вокруг глаз, который я очень хотела попробовать. И сейчас попробую, пока он не видит, отолью себе, и все. Не буду покупать полный размер. Знаешь, что? И 5S Regeneration, тоже линейка. Помните, я вам показывала здесь линейка регенерации. И это тоже... Вот это просто тоже что-то супер потрясающее. Посмотрите, мне понравилась текстура. Сливочное масло разбавленное. Я покажу вам все это и расскажу потом. Сейчас я просто буду пробовать. Еще два новых продукта, с которыми я хочу вас познакомить. Это дезодорант, новый, новинка в марке. Его раньше не было, 940. Я сейчас вам покажу, какой он интересный. И 932, крем для тела. Вы знаете, это не такой крем. Я даже не знаю, как он называется по-настоящему. Написано здесь «тающий крем». Вот, «тающий крем комфорт». Вот так будет правильно, не просто крем. Он действительно тает. Посмотрите на его текстуру. Нежный. Ну, я обожаю крем. Вы уже знаете, крем для тела от Марии Галант в большой банке. А вот это вот какой-то другой совершенно новый крем. И я уже тоже вот просто по одному мазку я в него влюбилась. Посмотрите, какой дезодорант. Самое главное, что я так хотела недавно приобрести дезодорант и думала, какой. И вот нашла у Марии Галант, оказывается, есть. Вот такой. Вот так здесь выкручиваем, и отсюда появляется крем, крем-дезодорант. Это очень-очень интересно. Я впервые сталкиваюсь с таким форматом, тем более для меня это интересно. Об этом потом.
у соседей начался ремонт, нужно быстро-быстро попрощаться. Надеюсь, вы смогли найти для себя нужные продукты. Для заказа обращайтесь в мой инфобокс внизу под видео. Я с вами прощаюсь. Всем пока-пока. Красивых вам удачных покупок и такой же красивой кожи.